Спасибо большое. Это очень, по-моему, важное свидетельство. Да, про конспирацию он же просто говорил всегда, что когда мы его уговаривали показывать работу, он так просто, да что вы, за это посадить можно? Все на этом как бы заканчивалось. Вот, я хочу дать слово Артему Киракосову, который учился у Георгия Александровича, который очень много с ним смеялся и шутил в институте, а потом получилось так, что самые последние периоды, последний год, его очень много было рядом, ну, как художник, как вдруг возникший ученик, вспомнивший учитель, осознавший, кто такой учитель его. Вот, он возил его на машине, как шофер, и много беседовал с ним в это время. Вот, в частности, благодаря как раз беседам Артема и Георгия Александровича получилось так, что Георгий Александрович прописал меня в свою мастерскую, чтобы она не погибла, не была отобрана Союзом художников, и чтобы не пропало все, что в ней находилось. Вот такая история у нас получилась. Он даже ради этого перевелся в другую секцию графики, в секцию стампа. Вот, и сделал это, этот такой удивительный поступок. Артем Киракосов, после чего мы покажем небольшой видеосюжет, который приготовил один наш друг Борис Будинос. Он специально позавчера сходил в гости к родственнице Георгия Александровича, которой очень-очень много лет и которая не выходит из дома. Я боюсь соврать, так интригую просто вас, поскольку я не могу вот родным сейчас точно сказать ее фамилию, имя. Он взял у нее маленькое интервью, поскольку она очень хотела быть здесь. Артем, иди к нам сюда, пожалуйста.